называлась. Поехали. Авина Хуштада. Да. Появился, который помогает с этой влажностью с лежерой справиться. В атаке Арена прострел, но это не прострел, это удар, который завершился взятием ворот 1-0. На третьей минуте Арена открывает счет. Настолько высокая конкурентоспособность среди команд у любого эшелона, верхнего, нижнего, среднего, что, как я вначале уже отметил, тяжело определить фаворита и аутсайдера. А вот выход, чистый выход, 1-1, нужно забивать. Попадает штангу Газалиева, это пустые, но не совсем. Защитник не сумел выручить свою команду, и очередная на 10 месте. Ну, если можно их назвать крепким средняком, то очень крепкий, но это нужно забивать. Это нужно забивать, и делает нападающий Хуштады. Вонзил мяч под перекладину Магомед Сулим. Готовы команды продолжить 7-й матч 13-го тура первой лиги Динамо ФЛ Дагестана. Арена Хуштада 2-1. Ну, не самый большой мастер стандартных положений Рахимов, однако выполнить какую-то передачу под удар или хитро пробить он еще в состоянии. Смотрим. Здорово, ап, как пробил. Не растерялся Айдумов. Ногой сыграл классно. И нетушки. Подловить на контратаке, потому что Хуштада все больше будет увлекаться атакующими действиями. Выбора у них другого нет. Классно пробил со штрафного, с правого фланга. Футболист уставший на поле. Рахимов. Перед ним есть простор. Хорошо увидел Рахимов. И нужно забивать. Айдумов вырущает. Вот он, MVP Исландии, да? Первой лиги даже. Итак, у нас получается Арена очень близка к тому, чтобы забить третий мяч. Газалиев, нельзя промахиваться. 3-1. И это, пожалуй, все. Если рассуждать о шансах. Загир Рахимов, профессиональный такой подход, да, чемпионский.